Приветствую всех зрителей моего канала. В этом видео я попытаюсь реализовать предложение одного из зрителей. Он предложил попробовать сыграть через QuickBench. Конечно же, вне видео я уже попробовал. Мне, кстати, не повезло. QuickBench не сработал на всех. Но после того, как умерла половина бойцов, как ни странно, или мне повезло, или действительно такие низкие спас-броски у орков, но я сумел добить орков с помощью цветной сферы, что очень удивительно, так как у нее есть штраф, точнее бонус к спас-броскам врага, то есть спас-бросок врага на 6 больше. Тем не менее, я трех врагов ею добил, они окаменели, и я их уничтожил. Так, давайте я вспомню, какие заклинания с кем соседствуют. Ясно, значит, эмоция безнадежности я могу спокойно пользоваться, в принципе, как и паутиной. Кислотная стрела Мелфа ничего не решит. Хорошо. Естественно, перед тем, как обрабатывать врагов при комбанше, первым делом я их обездвижу. Не хватает денег, кстати, на амулет щита, поэтому приходится бегать, чтобы меньше урона ловить. Вот, ладно, я схожу, покажу вам, что амулет щита стоит дороже той суммы, которая остается после покупки вопля банши. Идем вниз. Видите, амулет щита стоит 3175 монет. 175 монет мне не хватает. Ну, раз мы это уже знаем, значит, придется купить на эти деньги зелья. Можно, кстати, купить там пояс, дает плюс 3 сопротивление оружию дальнобойному, но смысла нет, лучше купить вот это вот зелье защиты. Кстати, оно бесконечное, так что можно постоянно его покупать. И мы получаем выигрыш сразу же в 6 АЦ, потому что у нас сейчас 6 АЦ защита, броня. Если мы выпиваем это зелье, стоит 0, то есть это все равно, что на 6 улучшили. А явно 6 АЦ, которая работает как против меткого, как против дальнобойного оружия, так и против оружия ближнего боя, лучше, чем всего лишь плюс 3 к защите от дальнобойного оружия. Но я его напоминаю, точнее, извиняюсь. Все это я делаю только ради фана, то есть совершенно так проходить я вам не советую. То есть я вот, если даже выиграю эту битву, то естественно я не буду продолжать с этого сейва играть в следующую битву. Самый лучший вариант экономический — это через одежду и урон. В принципе, не хуже и через амулет щита и жезл. Потому что так и так эти вещи, скорее всего, в дальнейшем я куплю. Хотя вот амулет щита можно не покупать вообще. То есть уже выигрыш. Плюс я в первом варианте не тратил заряды из жезла, превращающего в белку. А он мне вполне еще может пригодиться. Так что первый вариант самый лучший, второй так себе. А этот вариант чисто для фана. Потому что вы 12700, да, сколько там стоило заклинание, вы платите просто за возможность выиграть бой. После этого у вас ничего не останется. Так, беру прощу самую обычную, потому что если взять прощу плюс 1, у вас не останется денег на снаряды. Хотя не факт, что эти снаряды вообще пригодятся. Просто будет обидно, если в самый решающий момент их не хватит. Но еще ни в одной битве, ни под запись, ни вне записи, мне не понадобилось такое количество снарядов. Так. Все стандартно сделали. И отправляемся в бой. Кстати, меня спрашивал зритель, по-моему, Ратов, насчет того, что смешные параметры у колдуна. Колдун у нас получился сильный и не очень умный
но при этом харизматичны. Я еще раз напомню, это просто баг БГ-2. Вообще, конечно, по правилам D&D 2.5, то у него должна быть основная статистика харизма. Но здесь, насколько я проверял, ему все равно, какая харизма, какой интеллект. Вы просто не можете опустить ниже 9 интеллект, потому что он должен свитки читать, а харизма ниже 9, даже не знаю почему. Хотя, может, вы ей исправили, кстати. Мы в дальнейшем еще... не увидим. Если исправили этот момент, харизму-то я уже поставил 18, то есть так, как должно быть. Но когда я играл на прошлой версии год назад, то у меня были и варианты билдов, где я харизму связал полностью. Тем не менее, это никак не помешало мне получить все заклинания до 9 уровня. А по идее, этого происходить не должно. То есть, была бы у меня харизма, к примеру, харизма 12, я видел бы только первый уровень, там, 14, третий уровень, вы поняли. То есть, она привязана, не она, а уровни заклинаний, которые вы можете пользоваться, привязаны к уровню вашей основной характеристики. Для колдуна это харизма, для мага это интеллект. То есть, также, если бы это был маг, то при интеллекте 13 он не смог бы видеть выше второго уровня, вроде бы, заклинания. Я уже не помню, какое там соотношение интеллект к уровню заклинаний, но соотношение есть. Причем в БГ-2 оно работает для мага, а вот у колдуна не было этого соотношения. Так, напомню, берите всегда в руки оружие ближнего боя, тогда у вас не будет падать АЦ. Если у вас в руках лук или проща, то при атаке вас в рукопашную вы получаете штраф к вашему АЦ. У нас он и так низкий, поэтому, естественно, нужно его беречь. Так, не имеет значения, что я скажу, все равно не буду продолжать играть с этой точки. Да, ну и не забыть, все начинается с невидимости. Кстати, я выяснил, где я провтыкал с робой Векны. Один из зрителей говорил, что, скорее всего, я, ну, шутил, конечно, не пройду до конца прохождения на Инсайне. Нет, я пробую, проверяю, и уже восстание уже провел. Но смысл не в этом. Я посмотрел у Некроса, у него есть робовекна. И, как я и говорил в предыдущем видео, боялся, что я где-то ее упустил. Нет, нужно просто подойти к торговцу вещами перед восстанием, потому что после восстания он исчезнет, и промотать к низу, и там появляется робовекна. А с робовекной, конечно, проблем почти нет. В принципе, вы должны знать почему, вы это еще увидите, но я вот наперед забегу, пока помню. Потому что заклинание Improved Alcarity. Есть такое заклинание, я его никак не мог вспомнить. Как она там, улучшенная готовность на русском. Так вот, вам дается возможность читать заклинания подряд без паузы. Вот в раунде, к примеру, помещается 9 заклинаний, если они имеют длительность 1, ну, если вот заклинание показываю. Я вот не знаю, почему они сделали соотношение 3. Ну, короче, самое сложное заклинание считается 9. Это один раунд. В раунде 6 секунд. Вот не знаю, почему они решили писать 9. Я бы по логике делал бы максимальное заклинание 6, и мы точно знали бы, что это 6 секунд берется. А так, соотношение вы поняли. 9 – это на самом деле 1 раунд 6 секунд. Но смысл в том, что если у вас время чтения единичка, и прочитали вы улучшенную готовность, то вы можете, по идее, я не проверял, в принципе, какое там количество помещается в раунде, сделать 9 заклинаний подряд за 1 раунд. Это все равно, что 9 атак у воина. Если вы берете робу Векны, она дает уменьшение время чтения на 4. И в таком случае даже солнечный огонь становится настолько же быстрым, насколько быстра стрелка магическая. И вот на этом основана, в принципе, огневая мощь колдуна. Дальше вы все это увидите. Больше рассказывать не буду, иначе не будет столь интересно во время игры. Ну, это будет не скоро, это уже предпоследней битвы, когда у вас появятся все эти заклинания 9 уровня. И опять же меня спрашивали про Neverwinter. Играл я, пытался приучить себя к нему. Даже много играл, почти прошел первый Neverwinter. Играл магом.
Но мне очень не понравилось, как там переделали заклинания. Там вообще негде развернуться. А вот строительство билдов – это просто круто. Это вообще, это самая главная черта этой игры. Это именно продумывать билды, особенно если подключаете модуль, где можно испытывать их, вещи подбирать и тому подобное. То есть смешивать. Но, конечно же, нужно играть тогда хотя бы до 40 уровня, чтобы билд смешанный был действительно интересен. И пытаться выбрать наилучшие стороны разных классов и собрать их воедино, при этом минимизировав штрафы от их соединения. А вот заклинания мне не понравились. Весь смысл там, я давно играл, полностью не помню, но помню, что обязательно это максимизированные заклинания, которые стоят на пару уровней выше, для того, чтобы урон был по максимуму. Самое любимое заклинание урона это Шторм Исака, молнии там летят. И чтобы сдерживать врагов, пока вы их обрабатываете, в основном используют большую руку Бигби, что-то такое. При этом там пытались сделать камень, ножницы, бумага, то есть каждый класс силен в чем-то, на хуже в другом. В итоге получается, что вне зависимости от того, какой вы маг, вам намного сложнее сражаться с монахом. То есть монах это как раз контр-оружие против вас. У него большое сопротивление и тому подобное. Быстро бегает, поэтому, как бы это объяснить, даже если вы хороший волшебник, очень мало от вас зависит, больше от везения. То есть повезло, вы его застанете, вы его убили. Не повезло, вас убили. Чаще вам не везет. Это то, что я помню. Но, с другой стороны, на движке Neverwinter, конечно, есть очень хорошие онлайн-игры. Шарды, сетевые сервера, там уже все может быть намного лучше. Там заклинания переделывают, переделывают билды, переделывают классы. Даже правила немного сдвигают. И можно найти для себя очень интересную игру. Но я только смотрел чужие видео, сам, конечно, не играл, потому что это смертельный номер. Кто увлечется этим, это вы жизнь потеряли. То есть, точнее, семья вас потеряет. Вы будете там сидеть, дневать и ночевать. Поэтому у меня нет желания углубляться в такое. Хотя, кто его знает? Никогда не говори никогда. Так. Принимаем все свои бутылочки. Немного я улучшил тактику, как начинать более безопасно, так как у меня уже нет защиты хорошей от лучников, поэтому сейчас я покажу, в чем она заключается. Но смысл в том, что я кидаю паутину издалека и бегаю вокруг нее, пока враги сами в нее не зайдут, а не так, как я раньше пытался в центре, и пока меня... Ну так, лучше, с одной стороны, вы, конечно, терпите урон, но враги точно сбегутся и точно попадут в паутину. Но вам надо терпеть урон. Здесь же я урон терпеть не хочу, это опасно. Поэтому играем мы по-другому, более осторожно. Прекрасно, и... Размытие. Хорошо. Что у нас получилось? Минус 7 и минус 2 противометательного от размытия. Минус 9. Ну, неплохо, неплохо. Не факт, я еще раз говорю, что даже при таких параметрах по вам будут очень попадать лучники. Дело в том, что у них тхака, как я и говорил, не 0. Это не так легко достичь этого тхака. А так оно по умолчанию 10. Сколько там нужно? 10 уровней воину, да, чтобы у него стало тхака 0. Так, и о чем я говорил, да, сначала нужно походить, потом выбрать, посмотреть, как они себя поведут. Значит, вы решили так. Уходим к краю и кидаем паутину. Главная проблема это гадские лучники. Немного неправильно. В принципе, надо быть с этой стороны, чтобы была возможность. Давайте попробуем заманивать лучников. Тут еще гадский шаман не всегда хочет в паутину залазить, вот как сейчас. А он нужен в паутине. Ладно, пока мы заманим воина. Опять же уходим подальше. Подходи, 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 подходи. Ну вот он подошел, но плохо. Очень плохо подошел. Его придется добивать уже не криком банши. Вот о чем я и говорил вам. Хотя, кто его знает, сейчас вот кину я великое проклятие и увижу. Если надо зацепить всех, это 15 фунт. Ой-ой-ой-ой-ой, гадкий воин.
Да, цепляет всех, так что воина возвращаем назад. Воина возвращаем назад, даже я не пожадничаю, кину еще и эмоцию безнадежности, чем черт не шутит, может все лягут. Посмотрите, нет, попадают лучники, так что не хватает, реально не хватает брони АЦ. Гадский лучник. Придется еще одну паутину кинуть. Как-то все не очень хорошо. Вне видео получалось все намного круче. Вот ты скотина. Так и хочешь ты выжить. Так, не знаю, есть ли 15 футов, но проверим. Кричим три комбанши. Хотя, давайте все-таки рискну. Хочется, чтобы все было идеально, то есть нужно всем понизить спасброски. Давай, а там один воин был без спасброска. Так, будешь по мне стрелять сейчас, да? Ну, давайте. Трик банши. О, прекрасно, шаман подошел. Ха-ха-ха. Так, слил я игру бездарно. Ну, не я, просто не повезло то, о чем я говорил. Трик банши не срабатывает. Еще можем спастись только, если воспользуемся. А, не повезло, видите, шаман не умер. Вот в этот раз повезло. Как видите, все решат. Цветные сферы. Если решат, конечно, не факт. Так, пока везет цветными сферами. Уничтожаю я сначала лучников, чтобы было более легче, потому что все-таки от воинов можно бегать. Ох, ох, как цветные сферы рулят. Ну, может, мы еще здесь что-нибудь и вытянем. Так, все-таки хочу их уложить, тогда они будут лежать долго и нудно, и не будет никаких проблем их добить вручную. Так, давайте посмотрим. Да, легли, у меня полно времени. Начинаем заниматься уроном. Подождите, почему бы не бить? А, зависит от того, сколько атак. Атак за раунд 2. 2, но здесь урон больше. Поэтому будем все-таки пользоваться посохом. Ну вот видите, крик банши ничего не зарешал. Может вам повезти, я не умру с одного крика. Но зато я понял, что я могу выиграть на цветных сферах. Как ни странно. Очень хорошо они срабатывают. Так, как-то я не очень попадаю посохом. А между тем, прощу, я попадал почти каждый раз. Отсюда делаю вывод, что все же я буду пользоваться прощой. Да, у меня полно еще урона. Интересный какой бой вышел. Хотел показать, как работает крик банши, а в итоге выиграл благодаря цветным сферам. Ну и, естественно, эмоциям безнадежности. Ой, подождите, я же сначала. Вообще запутался я. Очередь у меня кидать прощой камень или читать заклинание. Так, все.
До свидания, враги. Победа за нами. Ну, не хотят они умирать, не хотят. И да, посмотрите, прощаю, попадаю намного чаще. Ну, конечно, от хака больше, потому что у меня ловкость 19, а сила 18. Не такая уж большая разница. Но разница есть, конечно. А было бы 19-19, было бы наоборот, потому что есть еще промежутки. Между 18-19 еще всякие силы. 18-0, 10, 20, 50, до 100. Ну что ж, победа за нами. Показал я, что крик Банши слишком большой all-in. Если вам не повезло, то и у вас нет возможности как-то выиграть другим способом, то игра на этом и закончится. Все, надеюсь, вам понравилось. Желаю вам всего наилучшего. Пока!